Так, пацаны, действие зелья там осталось еще буквально несколько минут. Через несколько минут он начнется, и он 100% нас не помнит. Он же вот это, у него крыша поехала, он свихнулся, вот это дун-дун, вот этот пушифер как бы поехал, чердак протек. Нам надо с ним будет как-то поговорить, когда он проснется и придет вот сюда. Я предлагаю, чтобы из нас всех с ним начал разговаривать Степа. А чё? У Стёпы с ним очень много общего. Вот, Стёпе 57 лет, а Геннадию Петровичу 67 лет. Вы почти вот это вот ровесники. В смысле? Почему я? Ну потому что вы вот это, вы старые знакомые, вы полжизни вместе как бы провели, что ты, что Геннадий Петрович. Ты с ним найдешь общий язык, у вас очень много общих интересов, Стёпа. Да он меня даже не помнит! Я не буду с ним разговаривать! Ладно. Хорошо. Ну тогда, если Стёпа с ним не хочет разговаривать, я тогда предлагаю кандидатуру... Ванчос! А ты с ним поговоришь? А чё, как бы, у вас с ним очень много общего, Ваня? Не-не-не-не-не, я с ним разговаривать не буду. Да давай, чё ты вот это боишься? У вас много общих интересов, ты ему прям как в сыновья годишься. Ты с ним 100% общий язык найдешь, Ванчос. Я с ним даже не знаком. Ну вот, так в этом-то и прикол, он не знакомца-то как бы вот это хокать не будет. Ты с ним не знаком, нет. Ладно. Ну, тогда, если Стёпа и Ваня не хочет, тогда у нас как бы нет выбора. Последняя кандидатура, кто с ним может поговорить, ну, тогда получается... Мелкий! Ну, а чё? Если Стёпа и Ваня не хочет, тогда Мелкий с ним поговорит. А чё, как бы, Мелкий, у тебя с ним очень много общего? Вы с ним очень похожи. Все за то, чтобы Мелкий с ним поговорил, если он начнется. Ага, Ваня, ты как? Единогласно, решение принято. Мелкий, ты будешь разговаривать с Геннадием Петровичем. Если вдруг тебе есть что-то сказать, если ты все же не хочешь с ним разговаривать, просто громко скажи нам «Нет, я не хочу с ним разговаривать». Молчание, знак согласия. Вот, тогда единогласно принято то, что Мелкий с ним разговаривает. Все, все по местам, Мелкий, ты там заготавливай какие-то фразочки, чтобы поговорить с Геннадием. Очнулся, Геннадий Петрович, очнулся, так, Мелкий, иди сюда, иди на исходную, давай, иди разговаривай. Ваня, ты вообще иди прячься, ты с ним даже не знаком. Стёпа, ты иди сюда, вы с ним лучшие друзья. Геннадий Петрович, вспомните, пожалуйста, мы твои бывшие лучшие друзья. Это Стёпа, твой лучший друг. Мелкий. Беги домой к чертовой бабушке, закрой все двери, не выходи на улицу, этот ненормальный вообще с катушек стряхнулся. Геннадий Петрович, перед тем, как меня вот это кукошить, повернитесь, пожалуйста, налево. Могила бабы Зины. Мы эти все цветы вместе посадили. Это мы здесь похороны устроили. Баба Зина здесь. Вы помните хотя бы что-то, Геннадий Петрович? Он вспомнил! Иди сюда, Ванчос! Иди сюда быстро! Иди сюда! Он вспомнил! Он вспомнил, кто мы такие, он вспомнил бабу Зину. Значит, он ненормальный. Стёпа! Иди сюда, он вспомнил! Да успокойся! Тихо! Стоп! Тебе просто хорошо по башке прилетело, все, успокойся. Все хорошо, Стёпа. А чё? Меня как-то резко вырубило. Наверное, спать хотел. Не, Стёпа, тебя резко вырубило, потому что Геннадий Петрович тебе хорошо по башке зарядил. Вот почему тебя вырубило. Он вспомнил. Идите сюда. Ваня, Стёпа, идите сюда. Геннадий Петрович, вы все вспомнили? Кто это сделал? Тот, кто это сделал, мы с ним уже поквитались. Это маньяк сделал. Вы его словили?
Давно уже, да, сколько? Ну, серии 10 назад. Да, мы его словили его уже. Там все, он уже как бы... Где он сейчас? А, у этой... В больничке у Елены Ветрянкиной. Ну, ему там плохо, он даже ходить не может. Это вот это... Степа постарался, на машине передавил. Готовьте еще один гроб. Я скоро вернусь. А для кого гроб? Куда скоро... В смысле готовить еще один гроб? А, в смысле для маньяка готовить? Оп, вот так, Степа, Ванчо, свою тачку и быстро шуруйте к Лене Витенкиной, предупредите, что сейчас придет Геннадий Петрович, и спрячьте маньяка куда-то под кровать, чтобы Геннадий Петрович не нашел его! А я-то думаю, для кого еще вот этот один гроб готовить? Ой, мне кажется, Геннадий Петрович точно не успокоится, пока не отомстит маньяку. Я надеюсь, что сейчас Степушка и Ванчо смогут его перегнать и предупредить Лену Ветрянкину, чтобы они заныкали куда-то маньяка. Так, я пойду за Мелким, и с Мелким мы потом отправимся как раз-таки в больничку к Елене Ветрянкиной. Так, нужно больше каких-то ключевых вещей с самого начала сезона жизни ютубера, чтобы Геннадий Петрович вспомнил все, что здесь происходило. Его очень долго не было, он очень долго отсутствовал. И как это оказалось, маньяк над ним все это время проводил эксперименты. Мелкий! Ты под кровать куда-то забился, все хорошо, Геннадий Петрович вспомнил! Мелкий! Опять, небось, задротит там, да, наверху? Зря я вот эти все компуктеры покупал. Мелкий! Я тебе сказал прийти и закрыть двери, а ты пришел и начал задротить. Давай вставай, пошли к Геннадию Петровичу, там надо к Елене Ветрянкиной спасать вот это. Мелкий, не заставляй опять ломать монитор. Пошли, вставай, свою задницу поднимай и пошли к Елене Ветрянкиной. Я тебе сказал, не заставляй ломать монитор. Мелкий, сюда слезь, я сказал! Все, до свидания, компьютер, я больше за интернет платить не буду, все! Мелкий, пошли! Опять через окно спрыгнул. Побесяка. Мелкий, наша с тобой задача сделать так, чтобы Геннадий Петрович все вспомнил любыми способами. Ты-то его тоже давно знаешь. Мы с ним знакомы практически с самого начала жизни ютубера. Вот, Ванчо, Степа вроде смогли предупредить Елену Ветрянкину. Так, подвиньтесь, подвиньтесь. Добрый день, Еленочка, добрый день, здравствуйте. Ну что, пацаны, спрятали? Все хорошо? Ага, молодцы, молодцы. Ну, ищет, ищет, бегает. Ой, слушайте, вот это Геннадий Петрович, а его, наверное, выписали уже. Вот, да, выписали его, наверное, я не знаю. Да вы вряд ли его здесь найдете. Его увезли в дурку, вот это, в психушку. А его здесь уже давно нет. Где он? Где он, Елена Ветрянкина? Да его здесь давно уже нет. Вы можете вот это... Дайте мне его! Вы можете искать, Геннадий Петрович, здесь никого нет. Ищите вот как только хотите, ищите. Может, да, он где-то под кроватью там где-то прячется. Ищите, вот. Елена Ветрянкина, куда вы его спрятали? Я вижу, хорошо спрятали, если он реально не может его найти. Короче, он сейчас побуянит и потом уйдет. Просто ему нельзя показывать маньяка, потому что он его вот это кокнет, вот. Ой. Ну, потом ремонт здесь сделайте, как бы это, да... Пустовато как-то стало, конечно. Да нет его здесь! Так, подождите, так его здесь реально нет! Так, стоп, стоп, стоп! Вы мне соврали, здесь его нет! Стоп, стоп, Елена Ветрянкина... Подождите, а реально, где он? Куда вы его спрятали? Стоп, вы куда его спрятали-то? Я бы сказал просто спрятать, его здесь нет! Мы вообще не в курсе. Мы пришли, а его уже нету. Мы ничего не прятали. В смысле не прятали? Елена Ветрянкина, а где маньяк-то? А, маньяк! Да за ним бомжара приехал и забрал. Его вот это, в тюрьму перевозят. Понял, значит идем туда. А зачем-то вы вслух-то зачем это говорите? Мы скрывали это все от Геннадия Петровича, а вы вслух...
Ладно, хорошо. Ну, хорошего вам здесь ремонта. Перестановка как бы планируется, да? Так, хорошая больничка, стерилизованная, все чисто, пусто. Все, пошли, Степа. Так, в тачку и все за мной! Нельзя позволить Геннадию Петровичу найти маньяка. Он и так бедненький, ходить не может. А так вообще, реально гроб надо будет готовить. Стоит. Паркуемся! Вот так! Вылезайте! Геннадий Петрович, держите яйцо. Вот это! Одумайтесь! Из мести ничего хорошего не получится. Остановитесь! Месть — это блюдо, которое подают холодным. Ой, пацанские цитатки пошли. Ты бы еще сказала вот это: за бабузину и двор стреляю в упор. Пошли. Надо его остановить, пока он реально лишнюю фигню не начудил. Не хватало ему еще после того, как он вылечится, в тюряшку попасть. Степа, закрой дверь быстрее! Закрой! Геннадий Петрович! Ёханый бабай. А, все, видите, уже никого нет, уже поздно, ночь на дворе. Они, наверное, вот это, они уже поехали куда-то, да он его уже в тюрьму отвез, вы уже не найдете маньяка больше никогда. Стоп. Я один самолет слышу или. На улицу? На улицу! Откуда? А, так они еще не улетели! Откуда они не улетели? У нас что, в городе взлетная полоса была? Геннадий Петрович, стоп! А, ну все, да он его, видите, бомжара только что взлетел, он его вот это, в тюрьму отвез, все, карантин маньяку, все, Геннадий Петрович, вы его больше никогда не увидите, все. Геннадий Петрович, вы не увидите его больше никогда, Геннадий Петрович... Так, а когда у нас в городе взлетная полоса-то появилась? Я что-то как-то слишком много, да, пропустил всего? Походу, бомжара здесь как бы разве... говорю, вот это... Бомжара город-то развивает, инфраструктуру у нас в городе, аэродром появился. Геннадий Петрович, подойдите сюда, ради всего святого, в этом городе ютуберов. Все! Маньяку каранты, понимаете? Геннадий Петрович, я уверен, что бы вы там ни задумали, это очень плохая идея. Он что, мэрию нафиг ограбил или что? Так, все за мной, посмотри! Геннадий Петрович, это плохая затея, месть, это очень плохая затея, успокойтесь, пожалуйста! Я уверен, что вы будете шалеть. Тихо! Геннадий Петрович, успокойся, не дрыгайся! Стоп! Так в самолете-то бомжара был! С маньяком! Ну, вот сейчас придется уже два гроба готовить. Геннадий Петрович, ядреный пень! Пфу! А вы что на месте-то стоите? Давайте за бомжарой! Ему сейчас явно не сладко.